Какие на Алтае? Бегут. Вообще ноль. Как будто котов нету. Ну как бы есть, но в то же время как бы и нету. Не знаю. А коты замечательные. Социализация, конечно, супер. Никакие котики нас не будут отвлекать от работы в дальнейшем. Щенкам 6 месяцев. Сильные раздражители кругом в виде котов. Особенно Бармалея. Бармалей еще голосистый. Такой харизматичный. Весьма. Завис. Иди, мой мальчик. Он завис. Иди сюда, мой мальчик. После гулек завис. Иди сюда. Все, умер. Бармалей умер. Бармалюха. Бармалей. Что творится? Иди сюда. Иди. Ой, зевает. Иди сюда, говорю. О. Да, кот, конечно, бомба. Тебя тронули, да? Тебе так удобно лежать? Нормалюха. 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 Идем. Не хочет он, не слушает. Нормалюха. Он социализирует щенков. Ах ты. А голос какой интересный. Какой сильный раздражитель. Да, Афина, Алтай? Вот это вот раздражитель. Нет, пусть я заинтересовала, что она делает. Даже не она, а что она делает. Что же она делает? Алтай. Они не трогают. Отдай! Но Бармалея не испугать. Афина.